Всем добрый день! Так, я уже пришла домой. Сейчас буду себе разогревать, кушать. А что тут все течет, непонятно. Что это такое? Просто жуть, снюхнуть. Буду разогревать мясо тушеное с овощами. Надо доедать. Вы признаете, мне сегодня такой сон приснился, что просто трындец капец какой-то. Не в том плане, что он какой-то там страшный был или еще что-то. В общем, слушайте. Был как будто здесь какой-то праздник у нас офигенный. Везде кругом много народу. И, значит, у меня сперли рюкзак. Деньги в нем, не деньги даже, а там карточки разные. Сейчас налички-то вообще ни у кого нет, не бывает. Карточки разные. И я, значит, иду к полиции говорить им, что вот у меня такие дела, что меня грабанули. Вот. А саму меня, знаете, что больше всего удивило во сне? Представляете, только до чего дожили мне во сне? Я смотрю на всех. И первая мысль у меня в голову влезает. Блин, такое скопление народа, ведь нельзя. Это же опасно. И все без масок. Я на всех смотрю, думаю, а где ваши маски? Как вы можете без масок? Не соблюдай дистанцию, все ходите. Я сама тоже без маски. Мне, представляете, вот даже во сне вот это вот все снится. Я подхожу к полиции и говорю, вот меня грабанули. Вот. Они меня отправляют к каким-то другим полицейским. Причем эти, вот, к которым я сразу обратилась, были пьяные, выпившие. В общем, представляете, какой бред? Все без масок, не соблюдая дистанции, полиция пьяная. Что это за сон такой? Вот. И значит, никто мне ничего не может помочь. Типа, вот, сперли, как мы вам можем помочь. Я быстрее блокировать все свои карты. Смотреть по мусоркам. Вот. В принципе-то, ну, как бы, карты, они вот эти всякие там. Наши документы никому же не нужны, правильно? Их обычно бросают в это. В мусорке. Я вам рассказывала, я вам говорила как-то, что у меня был опыт, что меня грабанули здесь. Ну и в России тоже был опыт, что меня грабанули. Вот. И здесь, значит, мне мой паспорт выбросили на пляж. Так что, представляете, сон какой, что больше всего я когда проснулась, и вот у меня мысль такая вот, знаете, после... Обычно сны-то как бы не помним, да, этот вот, видимо, прям вот приснился мне, когда просыпаться надо, что все без масок. И не соблюдают дистанцию. Дожили, блин. Вообще. Так. Я-то буду доедать. Что мужу приготовить? Что мне делать? Я даже не... Ой, а у меня что-то еще и грибы есть. И чего только нету, а? Ну, все для меня. Такое он не ест всякое, знаете, изощрение. Какие-нибудь там китайские супчики. Какие-нибудь там... Не знаю, водоросли. Это все только для меня, любимый. Разогрелась тут хоть. Или нет. В общем, ладно, я пошла кушать. А, я же вчера тортик сделала. Сейчас я вам попозже покажу. Знаете, с какой целью? Мы с моей испанской подружкой на той неделе договорились. Говорю, я тебе сделаю торт, а ты мне его будешь пробовать на камеру. Он такая, я за сладкое, что хочешь буду делать. Вот, ты мне, говорит, сделай, вышли. Я вот думала всю неделю, какой же ей торт приготовить, знаете. Она говорит, ну я люблю типа тирамису. Мне тирамису не очень нравится. Ты даже тортом-то не назовешь больше, как десерт. И я сделал торт пломбир. Получился вкусный, я сегодня уже кусочек съела. Вот. Так что мы сегодня, я отошлю фоточку, что я ей сделала этот тортик. Она должна будет прийти ко мне на работу. Только я, знаете, я обещала еще кофе купить, такой вот стаканчик холодный, но я совершенно про него забыла. Пускай сама что-нибудь несет, что она там пьет. Вот.
И будет у нас сегодня она такая пробовать наш тот торт пломбир. В Испании торты все какие-то, ну, все уже знают, что они не особо, как бы, ну, везде крем одинаковый, заварной, либо это взбитые сливки, которые я вообще не люблю. Ну, Чарли, ну чего? Холодные. Еще надо разогреть. Так что вот такие вот дела. Будем сегодня тортик есть. Не переключайтесь. Вот такой тортик получился. Я уже договорилась со своей подружкой-клиенткой. И она меня уже ждет. Вот что у нас за погода? Который день уже и который год? Который день вот такая погода дурная? Блин, батарейка садится. Ну я блох, хер от слова блох. Хорошо, хоть телефон есть. А то же я вот тот тортик несу. Из-под мороженого. А снимать как буду? Ну вообще. Да, приготовилась, называется. Хорошо, хоть камера на телефоне заряжена немножечко. Видите, какая погода дурацкая. Какая-то спать охота. Темнота. Ну достань. Они. Ну достань. Видите, как знает. Ай. Там у нас соплеменник живет. Вот. Поэтому Чарли их знает все прекрасно. В общем, иду работу работать, дорабатывать на этой неделе. Тортик несу, все по делам. Сейчас будем. Списалась я с клиенткой. Она говорит, я принесу кофе. Вот. Забыла, представляете, я ей пообещала. Ну, как пообещала, говорю, давай там соберемся, посидим, чай попьем. В общем, так. И забыла. Мы тут, в общем, готовимся. Стол накрываем. Сейчас. Ну, конечно же, у меня батарейка садится. Тарелочку вымыла. Стол поляну накрываем такой. Ну, где обрат. Ну, где на коверту, да, но? Оле марканду. А, си. Чарли, баха дай. Ну, испарати. Кончи тут принесла нам кофе. А и у вас одну тени? Смотрите, какая у нас тут поляна. Тортик сейчас ей на тарелочку положу, будет трогать. Она тут кофе принесла. Син кофеина? Син кофеина? Бескофеиновый. Так, а что я пошла? Зачем? А, за, да, за второй кружечкой. У меня тут вот моя кружечка есть. Сейчас я ей тут наложу. И в WhatsApp не tiene, dices? Sí, pero que... Venga a probar mi, la tarta rusa. Tarta rusa. Tarta rusa se llama plombir. 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 Ой, это кривовато. Сейчас все равно погаснет. Pues no tiene engaño ni nada el plato, la taza y el vaso verde. Ah, yo... Tienen por lo menos tres generaciones. Uy. Yo te pongo así. Oh, qué buena pinta. Esto es todo para ti. ¿Cómo va a ser esto para mí? Sí, y si no te lo comes, te lo llevas para casa. ¿Cuánto te pongo? Pues todo. Ya has dicho que es para mí, por lo menos. Vas a tragar todo en un... No, un trocillo ahora nada más. Por eso, toma. Y esto te lo va a llevar, si no te lo va a comer, espérate, espérate, paciente. Pero quítate mascarilla porque si no... Vas a salir como en eso. En Facebook, ¿no has visto tú muchas veces que están comiendo ahí con la mascarilla y todo? A ver qué... Ah, bueno. Ah, te puedo escuchar. Charlie, está limpia, pero que no sale esta cosa. Charlie, estate quieto, hombre. ¿A qué huele? A la sal. A ver. ¿No me echan mucho?
Pero está de cafetera a cafetera. Cafetera a cafetera. Joder, это нерастворимый кофе, представляете? Она de cafetera italiana de toda la vida. Agua. Кофе. И su antigua profesora le había mandado una carta. Да Путин, а про Путин разговаривает. Sí, какой-то репортаж она видела. Fue su alumno cuando chico y entonces pues le regaló dos apartamentos o algo de eso. Y al morirse, pues ella... Charlie! Ella le ha dado en herencia los dos apartamentos. Фу. Venga, aproba. Yo de Putin, я говорю за Путин, чего буду слушать. Venga. Пробуй. Pero di la verdad. La verdad de la Правду verdad. Говори. Она тоже любит пожрать, как и я. Но, pero tampoco te... Она вообще актриса. Que no, no, no te... No, no tomas eso de actriz. Esto tiene un problema. Dime. Говорит, здесь проблема какая-то. Квадрам у боку. А, bueno. Говорит, быстро закончится. No, pero ahora la verdad. ¿Cómo está? Está buenísimo. Muy rico. Pues ya toda la semana... Café. Ahí tiene. No. Digo yo. Ah, no, no. Pero eso tomo te lo siento, son mucho café. La próxima vez me hace un tiramisu. Yo, es que tiramisu no tiene sentido. Yo te quiero hacer una tarta rusa. Ah, vale, vale, vale. Tiramisu. Ay. Ah, видите, я вам сегодня говорила no про это. Nada, Porque no puede comer. Mm. Tiramisu. Tiramisu te compra en Mercadona, en donde te da la gana. Pero esta tarta no te va a comprar en ningún lado. Говорит, тирамису сделайте мне. Давай, брин. Échate esto. El que, ah, no, no hace falta. Venga, chin-chin. Salud. Un chin-chin. Salud de prosperidad. Os Rusia y España. Горячий какой. Que muy, muy cargado. Cargado, sí. Pero menos más que pues очень крепкий. ¿Qué? Para contrastar el dulce. Mm. Es que soy una mujer Чтоб de контрасты был. Pues come, está ahí, tiene más. Soy una mujer de contraste. Ну, ты как Чарльз смотрит. Mm-hmm. Ve, ¿en qué peluquería te tratan así? Y encima que te hacen estrella. Me siento una diva total. Mi camino hacia la internacionalidad. Ой, pero mira, когда как начнет говорить на вот таком испанском, que no te entiendo yo. Я говорю, не я понимаю, что она там говорит. Как начнет мне что-нибудь говорить, все. Я soy internacional. Ya me queda menos. No, que menos. Aquí hay más. No, ¿eh? Pues bueno. Esto es ya no es tan bonito ahí. Comeré ahí porque no me lo voy a comer tú. Pero lo te llevas para tu casa, para mañana. Para mañana para desayunar. Le diría a mi marido que me lleve el desayuno a la cama. Ojo. Он мне говорит, скажу мужу, чтобы он мне принес в кровать. Un regalo. Это для взрослых уже, говорит, чтобы муж принес мне завтрак в постель с вот этим, а потом я ему, говорит, подарю кое-что. Чарли, тебе тоже досталось? Que ha caído un trocillo y está aprovechando. Él ha pasado la mopa. Sí. Он говорит, полы помыл с шваброй. В общем, вот так вот мы сидим. Ah, knicking. Pues el mío ya está así fresquito. Porque tú ya está en un envase más grande, se enfría antes. У нас уже ночь, смотрите, и дождь идет. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué quieres saber? Ayer toda la tarde haciéndolo, digo, a mi conche. No, de todas maneras yo no lo voy a hacer. Ya. Yo a mí los pasteles me gustan ya, ¿eh? Ah, ¿cómo es, no? Pues mira, dice también, tiramisú no te voy a hacer, pero alguna otra cosa sí. Porque... Yo no, yo prefiero, yo si hago una tarta o hago cualquier cosa, no la disfruto. Para disfrutar una comida me la tienen que dar hecha. Pues mira, vamos a pensar en un tema para la próxima vez. A ver, vamos a preguntar a la gente de qué quieren saber. Vale. Вот, у нас такая тема, говорит, если вы хотите ее что-то спросить, спрашивайте мне в комментариях, и она будет вам отвечать. Интервью сделаем. Vamos a hacer una como entrevista o interview. Mm. Mm.
lo que quieren saber la gente de españolas. Vale. Puras, ¿no? Tú eres pura. De pura raza. Sí, que soy de pura raza ibérica, como los jamones bellotes. Она прям вот испанка, испанка. De jamón ibérico. Но ты увидишь, ты харун тросит по маньяна. Я говорю, не забудь кусочек оставить на завтра. Так что все, задавайте вопросы, если вы хотите что-то знать, а я потом ее буду спрашивать. В следующий раз я еще тортик сделаю и спросим ее у нее. Что Уберегу. Там, как и что. А пока мы будем сидеть отдыхать. У нас, оказывается, дождик, смотрите, шел. Чарли, дунде вапора, ебанде барака. Вот, сейчас, я не знаю, на пляж съезжу. Ночное море вы еще не видели? Вот сейчас покажу вам. Ночное море. Ну, тепло так, хорошо, ветра нет. Чарли, бамо. Чарли, бинка вене кочи. Бежит. Ой, ну. Кошка, кошка там, кошка. Бен аки. Ой, как на улице тепло, хорошо. Бинка, вина, кочи, корре. Бин, бин. Аля, сувы. Сувы, ма. Бинка, сувы. Машины. У меня сегодня в парикмахерской была бабушка, которая переболела вот этой вот заразой. Помните, я вам все переживала, что как бы это, как она и чё. Вот. И вот все 5 недель прошло после того, как она поболела. Ну, вместе с тем временем, как она болела. Вот, прекрасно себя чувствует. Вот, я ее сегодня подстригла и покрасила, и все. А я ее обычно, ну, она с дочкой приходит, довожу домой. Потому что я мимо них там езжу. И вот сегодня, представляете, пришла вот эта моя подружка. Я это быстренько говорю, сейчас я их оприходую, и они домой пойдут. А она такая, говорит, да нет, ты, говорит, с ней закончи. Вот, а мы подождем, ничего страшного. Я такой, не-не, у нее волос много, с ней долго буду заниматься. Но не скажу же, я им как-то неудобно, мы там чай потом останемся пить. Хотя ничего страшного, да, но все-таки. И она такая же сидит, говорит, а где, говорит, у тебя машина-то? И тут точка такая, да нет, говорит, за нами брат приедет такая. Она такая, а, ладно. То есть, представляете, одна на чай, вторая отвезти ее. В общем, да. Понравилась Конче мой торт. Ну, видите, она все тирамису. Я говорю, тирамису ты в магазине купишь. Какой тирамису? Вот. Это все не логично. Так что вот так. Но она такая сладкоежка, поэтому ей все вкусно. Хотя, говорит, тыкву не люблю, как и я, в принципе. Говорит, не переживай, тыкву я тебе точно не сделаю. Смотрите, как классно там, да? Вот там наверху, видите, где свет? Моя работа. Сзади замка. А сейчас иду к морю, там такая, как будто, знаете, в пропасть иду, такая темнота. Зато на улице никого. Там вон люди какие-то идут. Ну так тихо, спокойно, ветра нет вообще. Время, в принципе, около 8. Не так уж и поздно. Но мы в это время уже как бы дома привыкли находиться. Ой, зато такой воздух свежий после дождичка. Небольшой дождичек прошел. А там бабушки и дедушка, блин, что-то капает, а я зонт не взяла. Ну, хоть не видно, зато можно послушать. И этот цукат орёт. А, там рыбаки еще сидят. Как они видят в темноте. Очень интересно, что он хочет делать. Мы отсюда не выйдем. Что он пытается сделать, непонятно. Мужчина с ним пошел говорить или что? Здесь вообще такая машина сроду не проедет. А сзади меня уже машины. Интересно. Он ему объясняет, что тут не проедешь никак. Куда он едет? Там можно с другой стороны проехать. Такая громадная машина.
Здесь двухстороннее движение, если бы вы его не знаете, представляете? Вот представляете, к нам в Гранаду никто не может заехать и проехать, а вот уже три вот таких дома на колесах проехал, этот вот четвертый. Как они подъезжают, как они заезжают? Вот либо с Франции, либо с Англии, вот откуда-то они едут, вот эти дома на колесах. Но как они заезжают, если у нас нельзя передвигаться из города в город? И видишь же, что сюда не проедешь. Есть другой проезд, с другой стороны прекрасный. Нет, вот сюда прутся. Потом не знают, как заехать, выехать отсюда. Видите, у нас дождик. Да. Будем ждать. По-моему, отъезжает. В общем, я поехала на всякий пожарный. Чарли кушает. Я кушаю. Батарейка заряжается. А я с вами прощаюсь до завтра. Вкусная такая хурма. Персимон. Не знаю, это, по-моему, сорт такой, да? Не вяжет 100% рот никогда. Так что всем пока-пока и до завтра.